Вы писали, что ваша работа есть у селебрити и звезд. Кто эти люди и как ваши работы попадали к ним? Ну, моя работа одна находится в Мальфе у продюсера Макса Фадеева. Вот, потом у Лепса, из рэперов у Басты, у Тимати, у Вальтера. Вальтер — это, ну, совладелец Тимати Блэкстар. У Михаила Турецкого, у Светланы Лободы, у Лисан Утяшевой, у Евы Польны. Мне тяжело очень вспомнить как бы всех. Самое, наверное, самое вообще такая незабываемая встреча, и как бы это моя гордость, то, что моя картина есть, ну, она есть, но мне очень жаль, что этот человек этой весной умер. Это Кит Флинт, Продиджи. Ну, если полистать мою ленту, как бы вы увидите, там я стою с Продиджи и со всем полным составом. И эта картина сначала висела у них в студии, потом она висела дома у Кита Флинта. Ну, как-то так, потихонечку. Я не могу вам назвать просто имена нескольких таких очень влиятельных и серьезных политиков, у которых есть мои работы. Я не могу оглашать их имена. Но они заказывали вам картины или вы делали? Нет, конечно, дарили? Я ничего не дарю, это все заказывают. И звезды тоже, да? Конечно. Естественно. Я ценю свой труд, я ценю свою работу, мои картины по производству сами по себе. Это очень дорогой материал. Как бы я живу только этим. Это моя жизнь. Я не занимаюсь этим ради денег. Но они необходимы для того, чтобы я... Вот сейчас я готовлю выставку к лету. Она будет насчитывать около 50 больших полотен. Это огромные деньги. У меня есть меценаты, которые будут помогать в этом. Потому что создать это реально большие деньги. Вот, естественно, там планируются аукционы всякие и так далее. Вот я говорю, вот мне сейчас поступили предложения из Израиля. А сколько стоят ваши картины? Ну, у меня сейчас работа начинается там от 50-60 тысяч. Это минимум. А еще большая очень гордость, кстати, моя, что моя работа есть портрет. Есть у главного раввина Москвы. Александра Моисеевича Бороды. Это очень уважаемый политик, очень уважаемый человек и такой достаточно почитаемый человек в Израиле. Я был рад, что вот тоже можете полистать ленту, посмотреть, он там стоит прям со своим портретом в полный рост, как два живых человека. Вот так вот, да. И, ну, мы сказали, очень ему понравилось. Это как раз был подарок моих очень близких таких друзей серьезных ему на 50-летие.